По данным синоптиков, в ближайшие дни в Челябинске температура воздуха будет стабильной. Подробнее расскажу прямо сейчас. На Южном Урале переменная облачность, местами осадки. О температуре в городах. В Сатке, Златоусте и Верхнем Уфале плюс 4. В Троицке и Южноуральске плюс 3. В Магнитогорске и Карталах плюс 2. Температура воздуха в ближайшие дни. В ночные часы плюс 1, плюс 3. А в дневные часы стабильно плюс 5. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. До встречи на 31-м.